И вот, ребята, это последняя заключительная акция. Сразу говорю, она идет до 1, получается, февраля, после чего все заканчивается. Квиды обязательно потратить, а открыть обязательно подарки. Я чуть-чуть ошибся, ребята. Видео, которое выйдет, получается, завтра по открытию подарков с клеткой. Я рассчитывал о том, что будет гроза районов. Это как бы... такой уже получается какой-то псевдоним, который переходит из года в год. То есть получается, он как пошел у нас с 15 на 16, с 16 на 17. Я думаю, что с 17 на 18 будет та же самая фигня. Но, ребята, крионизатор — неплохая вещь. Так что тоже можно потупить. По крайней мере, я на крионизаторе поднимал, то есть, ну, очень солидное количество крионита. То есть и как бы и вам тоже советую. Но сегодня дело, короче, не в этом. Дело сегодня в видео. Сегодня в видео идем к 1000. Вот. Всего, ребята, получилось 90 комментариев. То есть, ну, я подумал, что 25% призовой фонд. Думаю, ну, нормально. Ну, ребята, не могу я больше. Следующие будем делать, короче, на 100 тысяч просмотров. Буду обязательно делать еще. Потом у меня год будет после заливания видео. То есть, ну, если будет у меня много рубинов и так далее. Ну, в общем, типа такого. Так, забираем саму видяшку. Вот, ссылочка на YouTube. Так, я забираю все с ответами, ребята. Я почистил комменты. Комменты, которые были без ников, ну, как бы не нужны, иначе их придется перекручивать. А сейчас будем смотреть сразу и перебрасывать. То есть, кто получил подарок, сразу получит, ну, красивые подарки с последней акции. Это просто приятно. Ну, поехали. Итак. Итак. Отлично, Максимушка. Максимушка. Если вы, ребята, ник написали неправильно, ну, простите, как бы, меня. Так, давай, пошли. Первый у нас Максимушка. А я обязательно, кстати, себе эти все ники оставлю. А, кстати, надо и нажать еще надо сохранить. Потому что если не нажать сохранить, то все будет. У нас всегда такое бывает. А все же правильно, да? Идем на 1000, идем 1000, да? Чтобы я не видео. Видео 58, ну, вроде правильно. Ладно. Поехали. Рейтинги. Так, Максимушка. Вот как правильно написать. Один ник, одно совпадение, никаких проблем. Максимушка, привет, ты первый. Тебе подарок, чтобы ты вытащил из него крионизатор. Сразу же. Ночная такая щедрость. Так, поехали. Второй. Крути, 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 колесо. МС Крутыш. МС Крутыш. МС Крутыш. Забираем. Какие-то знакомые ники я посмотрю. Что-то как-то странно. МС Крутыш. Есть такой МС Крутыш. Да. Круто. Все, давай вытаскивай крионизатор. Молодчина, спасибо за комменты. Так. Так, два. Три. Кредит. Кредит. Так, кредит. Ну, посмотрим, что за кредит. Этого парнишка я не знаю. Но он есть. 11 уровень. Все прикольно. Короче, я не проверяю, ребята. Если вы ник неправильно написали, не моя ошибка. Все, кредит, подарок ушел. Все круто. Прием дальше. Поехали, поехали. Два раза не буду вручать одному и тому же человеку, дать другим. Вот как я знаю.
Такой же рендом. Такой же рендом. Такой же рендом. Есть такой же рендом? Журавлёв. Ну-ка, такой же рендом. Нет такого же рендома, видишь? Нету. Что писать комменты с этим? Time for the change. Ну и ладно. Ну и не хочешь, как хочешь. Вот вам яркий пример того, что человек не пошел. Так. Витаминка. Витаминка. Витаминка, витаминка. Ну-ка, витаминка. Есть такая. Странно. А может с этим? Вот так вот. Может, я что-нибудь не понимаю. Это какой-то неправильный рендом. Нет таких. Либо что-то неправильно написано. Ну, к сожалению, я ничего поделать не могу, ребята, но вот еще яркий пример такого. Ух, как два сразу подряд. Типа дабл трик. Давай. Следующий. Так. Это... Блин, странно. Так. О, один. Красава. Все, никаких претензий. Молодчина, все. Твой подарок получаешь. Так, надо, знаешь, что сделать? Надо еще вот так сделать как-нибудь. Потому что это все неправо. Я хочу порядок. Почти стрим прям получаешь. Надо на стриме, наверное, выиграть. А, мне интересно. Не люблю на стриме, как теперь разыгрывать. Отлично. Молодец. Так. Поехали. 20 подарков. Блин, я представляю, как они 70 подарков. Ну там действительно, ребята, они там 4 часа сидели. Так, вефекек. Вефекек. Так, ПЕ-41. Давай. Что есть такое у нас? Есть. Молодец, круто. Спасибо, что участвовал. За комменты. Все нормально. Так. Так, оттерли. Эх, блин, сори, ребята, пришлось видео остановить немного. Небольшой косячок. Не косячок с записью. Опять, скорее всего, рассинхрон будет что-то с микрофоном. Что-то, короче, какая-то бяка. Но думаю, что нормально. Сейчас еще проверочку одну проверю. Ой, все хорошо. Я думал, короче, что-то пишется криво. Так, ладно, на чем остановились? Так, у нас 5 мест. Осталось еще 15. У нас еще 15 мест. Как долго там. Надо быстрее. Не буду такие большие делать. 5 подарков, все, хватит. Больше нельзя, больше 5. Так, Саванга. Саванга, спасибо за поздравление. Обязательно. Саванга. Так, ага, Саванга и Савангай разные. Привет, красавица. Симпатичный наряд, беленький. Все, отлично, молодец, спасибо за комментарии. Так, пошли. Саванга. Есть. Так, дальше. И дальше. Едем дальше. Едем вот. Чё-то знакомый какой-то комментарий. 2 подарка не дам. Дай другим. Хурма. Хурма. Отлично. Давай по хурме. Хорош фрукт. Отличненько. 8 уровень. Нормальненький, кстати, такой. Отлично. Все, спасибо за комментарий. Держи свой подарок. Доставай креонизатор. Все как положено.
А что сказать, половина пути прошло уже? Нет, еще осталось. Ой. Тысяча подписчиков, тысяча подписчиков, тысяча подписчиков. Тан-тан-тан-тан. Ник Джули 21. Джули. Джули. Джулия. Какая выделяется. Спасибо за комменты. Поперли дальше. Так, Джули. Джули 21 тоже одна. 26 уровень. Давай качайся еще. Спасибо за комменты. Спасибо, что меня смотришь. Держи подарок тебе. Вытаскивай. Новогодняя акция последняя. Все, дальше. Дальше майская только будет. Так. Восьмая. Джули 9. Девятый, девятый, девятый. Поехали. Давай-давай, крутись, крутись. Что-то, по-моему, какой-то рэндом, не рэндомный. Вам не кажется, что-то... Два раза уже, короче, один и тот же камин взял. И там, кстати, два раза. Может, сайт сменить какой-нибудь, другой какой-то. Да ладно. Супер Си. Супер Си. Супер Си, хорошо, давай, Супер Си. Супер Си. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Так, делаем, короче, так. Этот человек мне должен отписаться в ВК. То есть я для него, короче, подержу подарок, потому что по нику непонятно. Как бы ник вроде есть, но неизвестно какой. Если бы ника совсем не было, тогда да. А тут как бы ник есть, но их много. И я, ну, не знаю. Супер Си. Надо какое всегда хорошее имя придумать, чтобы оно было уникальным. Ну напиши Супер Си там, какие-нибудь песни. Так, Джамик 55. Джамик 55. Так, Джамик 55. Так, отлично, он тоже один. Ага. Все, круто. Ну, еще неплохо, кстати. И 9 этих все открыты. Молодчина. Держи свой подарочек. Хотя бы 500 звезд экономишь. Ну, все круто. Так, пошли. Итак, половина есть. Тоже еще оставшиеся. Блин, ну, кстати, 90 комментариев все-таки. Первый раз такое делаю. А, вот братан. Братан! Привет, братан. Отлично. Надеюсь, у тебя не 732-527 ника. Круто. А у тебя, по-моему, он вместе пишется, да? Да, 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 да. Я тебя помню. Я тебя помню. Все круто. Зайди в группу, наконец, а. Сколько можно без группы тусоваться? Я открою нижние слоты. Уже же говорил, 3 или 4 стрима назад. Отлично. Братан, 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 братан. Отлично, 12-й. Рандомные зарисовки. Мне нравится, когда он крутит-крутит, такая анимация, типа все, и два человека, которые справа и слева находятся, такие. Лена Лав 10. Лена, привет. Привет, ну-ка смотрим. Ленко. Отлично, Ленка, все, вижу тебя. Все, молодчинка, держи свой подарок, спасибо за комменты. Все адекватно. Так, пошли дальше. О, 13-е, давай, 13-е сейчас. А, кстати, я тоже там комментарий оставлял. Давай, меня с комментов, давай. Так, надеюсь, правильно ник написан. Мне, кстати, есть ники, которых, кстати, ребят, я не знаю. То есть, видимо, меня смотрят, а в этих не участвуют. И на стриме не приходят. Почему на стриме не приходит? Есть такая девчата. Как, кстати, читается? Дерзкая. Дерзкая. Вау, дерзкая. Держи подарок. Красава.
Молодец. Главное вовремя посуетиться. Кстати, о всех веселых, прикольных вещах. Ребята, хотел узнать по поводу вот этих вот халявы, которые я делал, видоса. Если вам интересно, имею в виду халявы, я могу так вот по группам проходить иногда, ну, по другим, и смотреть, где вы можете халяву схватить. Если интересно, напишите в комментах под этим видео. Я буду для вас что-нибудь искать такого, буду видео делать. Халява для музварза. Потому что группы появляются, конкурсы появляются. Вы не поверите, сколько видеоканалов новых появилось. Это там просто шедевр, короче. Ну, скоро буду видеть, что делать такое. Так, давай по фанте. Так. Так, все, короче. С фантой то же самое. Так, фанта. Обязательно смотришь видео по розыгрышу, обязательно мне пишешь ВК. То есть я жду два Супер Си, который и фанта ВК. Ребята, у меня есть ваши комментарии. Получается, я жду именно от вас или скрины, или вы это можете оставить их прямо под видео, под этим. То есть, ну, потому что мне надо как что-то типа доказательства, потому что сейчас другой человек напишет, создаст какой-нибудь аккаунт с надписью фанта. Давайте эту рандомную вещь уберем. Так, все, я уже доставил сюда. Фанта поставил, все. Отлично. Давай, 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 листай, 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 листай. Ник Кхек. Кхек, Кхек. Мне бы хоть один был. Ну, с одного было. С одного, кстати, ты не вытащишь. С одного ты не вытащишь. Ну-ка, Кхек есть? Есть. Вот Кхек. Ну, вытаскивай бумера. Давай, на, вот тебе один подарок, чтоб ты всех сразу детали с него вытащил. Все хорошо, все здорово. Кстати, люблю ночью эти видяшки делать. Вообще просто супер. Все спят, и кто мне сильно не тревожит, а видели, всего там одно сообщение висит. Это уже хорошо. А так бы меня просто замучили. Давай, давай, крути, 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 крути. Это подстава какая-то. Подстава, Максимушка, три раза вытащился уже. Отлично. Это X-Bastuos. Нифига себе. Ну и ник вообще, я скажу прям. Главное, есть и один. Люблю, когда человека уникальные ники. Молодец. Спасибо, что участвовал. Все круто. Отличненько. И осталось у нас, получается, да, три подарочка. Три, да? Да, три подарочка у нас осталось. И, блин. Максимушка, уйди. Вот уйди, честно, а. Это что за ник такой? С восклицательным знаком или без? С пробелами или без? Алексей, какой-то ник странный у тебя. Ну-ка давай. Ха! Есть! Круто! Круто, рокер, круто! Прикольно. Главное один. Мне нравится себе. Главное один. Все остальное это уже так себе. Отлично. 18 место. 18 и поехали. Вот не дай боже 5, Максимушка, этот выпадет. Так, Crazy Frog. Кстати, 100% Crazy Frog'ов, походу, тоже целая гора. Вот так я предполагаю прямо, что Crazy Frog'ов тут... А нет, смотри, один. Один Crazy Frog. Точно со звездочкой. Ну ладно. Давай, Крейзи. Все хорошо. Держи свой подарочек. Спасибо за коммент. Крейзик. Есть. 19-й. 19-й. Мешай, мешай, мешай. Мешай, мешай, мешай. Давай, давай, давай.
А витаминка это была, да, у меня витаминка, да? Витаминка. Витаминка, витаминка. И я ее, по-моему, не нашел, да? Эту витаминку. Или... Нет, я ее не нашел. Я ее просто искал и не нашел. Помню ее. Два раза везет. Так, Дэмкан. Дамкан, 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 дамкан. Ну-ка. Ну-ка, дамканчик. Давай-ка. Отлично. Тоже один. Хорошо. Все, вот тебе полосатик. Все прекрасно. Кстати, еще. Давай, развивайся. Тут же качай еще с 50-го до качалки. Так, дамкан. И последний. Последний, последний. Ну, не по значению, конечно. А, скажем так, из веселья. Это у нас ник Топ Анютик. И главное, самое интересное, что написал Топ Кирилл. Да? Топ Анютик, Топ, 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 Топ Анютик, Топ, 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 Топ. Отлично, тоже один. Почему без группы на 10 уровне? Давай вступим в группы. Неплохие статы, но группа нужна обязательно. Иначе качаешься плохо. Отлично. Все, 20-й последний. Так, и у меня два ребята остается Фанта. Мне нужен человек, который пришел, и Супер Си, потому их я как бы не знаю. Все, это я все сохраняю. Списки я обязательно оставлю в комментариях где-нибудь или в описании. Нет, я в описании оставлю и через день, а то неинтересно. Сразу зашли, посмотрели, да ну, все, я ничего не выиграл. Это неинтересно, а интересно, когда смотрят. Вот так. Да, видео получилось, ребята, длинное, но двадцатник все равно, представьте, перекрутить сколько комментов. Ну все, ребята, у нас получается, мы идем к 1000, закончим. Спасибо еще раз, ребята, за 1000 подписчиков. Следующий у нас конкурс через 9000 просмотриков. Вот у нас осталось совсем маленько. Давайте добираем до 100 000 просмотров. И все нормально. Будем еще что-нибудь. Ну там хотя бы 10 подарков, может, я успею собрать. Извините, что не дарю больше. Ну, больше нет, к сожалению. Вы видели, что я там все вывел, и то там не остается. Вот так-то. В общем, приходите, ребята, на стрим в субботу в 21:30. Не забывайте, как всегда, делаю стрим обычно с подарками за первые места. Может, еще ключепад сделаем, но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет, это все долго будет, потому что меня обычно сообщениями на этих штуках заваливают. Ой, что-то много не договорил. Все, уже устал. Уже устал, уже тяжело. Ладно, всем спасибо, ребята, всем, кто смотрел, всем, кто участвовал. Приходите на канал, подписывайтесь. Будем интересные видео обязательно делать. Следующее видео будет по подаркам. Сколько я много всякой разной фигни повытащил с них. Посмотрите, реально дроп очень хороший. Но сливать всю инфу не буду, оставлю видео. Счастливо, ребята, счастливо!